В летний период на Кубани планируют принять более 9 миллионов туристов. Сейчас все курортные территории готовятся к высокому сезону. В этом году он стартует в конце мая. Подготовкой к новому курортному сезону занимаются и в Славянском районе. Славянский район обладает большим туристическим потенциалом. Сегодня в муниципалитете работает 37 объектов размещения туристов, что позволяет принимать до 70 тысяч человек. Внутренний туризм – это перспективная и быстро растущая отрасль экономики. Наша территория имеет богатую, уходящую вглубь веков историю, которая наверняка будет интересна приезжающим в район. С этой целью был создан и разработан туристический маршрут, который уже становится интересным гостям из других районов. Отдыхающие могут увидеть наши достопримечательности, порыбачить в прудах и лиманах, посетить фермерские подворья, ну и, конечно же, покупаться в море. Протяженность побережья Азовского моря на территории Славянского района составляет более 45 километров. Оборудованных пляжей, где находятся автокемпинги и базы отдыха, около 10 километров. В этом году с началом лета начнет работать детский лагерь «Ровесник», а также подготовят три пляжа – городской пляж, пляж «Лебяжий берег» и пляж «Кемпинг Оазис». С целью развития прибрежной территории Азовского моря, Черноярковского и Ачуевского сельских поселений был проведен ремонт дороги, ведущей к побережью. Благодаря поддержке администрации края в том году отремонтировали вот эту вот дорогу, которая ведет на Кучугуры в щебеночном исполнении. На сегодняшний день мы проектируем, есть желание, надеемся, что мы со временем вот эту дорогу, которая 9 километров, мы ее исполним в асфальтовом исполнении. Надеемся, что наши жители и гости будут посещать наши курорты Славянского района. В рамках подготовки к предстоящему курортному сезону глава района Роман Синеговский провел выездную рабочую планерку на побережье Азовского моря. Он посетил базы отдыха, пообщался с их руководителями. На базе отдыха «Акварели», расположенной в урочище Кучугуры, подготовка к курортному сезону идет полным ходом. Номерной фонд уже сейчас готов к приему отдыхающих. Сейчас приводится в порядок территория базы, проводятся ремонтные профилактические работы в бассейне, который очень нравится отдыхающим. Отдельное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности. К началу высокого сезона все объекты размещения должны подготовить паспорта безопасности и пройти классификацию объектов курортно-туристической отрасли. Глава района Роман Синеговский дал поручение специалистам отдела инвестиций держать на личном контроле исполнение этих требований. Славянский район – это территория разнообразного, качественного, очень доступного и, в первую очередь, безопасного отдыха. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».